Детское радио представляет сказки народов мира. Предание земли Аотеароа. Новозеландские сказки. Хаэре Маи. Так приветствует каждого, кто ступает на ее берега, земля Аотеароа, или длинное белое облако. Так назвали ее люди, давным-давно приплывшие к ней по водам Великого океана. Многое повидала Аотеароа, о многом может рассказать. О чистой любви и вражде племен, о гигантских птицах и духах леса, о дружбе и предательстве, о говорящих камнях и могущественных колдунах. Вот одна из ее историй. Отважный Тафаки. Однажды на землю Аотеароа спустилась дочь богов Хапаи. И первым, кого она увидела на берегу моря, был Тафаки, сильный и ловкий юноша, в глазах которого горел огонь, а в речах слышалось бесстрашие. Хапаи полюбила Тафаки и осталась с ним на земле. В положенное время у них родилась дочь. Дочь на языке маори – Тамахины, а сын – Тама. Про детские шалости маори обычно говорят так. Тате Тамарики Тана Махи Вавахи Таха. Дело детей – разбить колебасу. Это такой хрупкий сосуд из тыквы. Это пословица значит – не стоит расстраиваться из-за проказ детей. Даже если они что-то могут и испортить. Дочь – Тамахин, сын – Тама. Жили они счастливо, пока однажды Тафаки неосторожным словом обидел жену. Рассердилась Хапаи, подхватила дочь на руки и улетела. Тафаки хотел было извиниться, но было уже поздно. Хапаи исчезла. Дни шли за днями. Луна с каждой ночью становилась все круглее, потом начала уменьшаться, и, наконец, на небе осталась только тоненькая серебряная полоска. Тафаки не находил себе места без любимой жены и дочери, и тогда он решил, что отправится на их поиски, даже если придется идти на край света. Тафаки взял свой нож, немного еды и отправился в далекое странствие. Шел он, шел, и вдруг заметил вдалеке вьющиеся растения, которые переплетались между небом и землей, как огромная паутина. Подойдя поближе, увидел Тафаки, что на земле сидит бабушка, ноги которой запутались в длинных стеблях. Бабушка на языке маори Тупуна Вахины. А о старшем поколении в целом говорят «Каоматуа» – старшие, а вот бабушки обращаются к внукам так – «Мокупуна» – бабушка – Тупуна Вахины, «Каоматуа» – старшие. Тафаки перерезал цепкие ветки и помог старой женщине выпутаться. «Спасибо тебе, Тафаки», – сказала она. «Ты помог мне, а я помогу тебе». «Знаю, что ты ищешь Хапаи и свою дочь. Они над нами, в небесной стране», — сказала старушка, сжимая в руке усики растения. «Этот вьюн — лестница на небеса. Поднимайся, только не смотри вниз». Обхватил Тафаки стебель и полез на небо. Добравшись, упал он от усталости среди зарослей папоротника. И тут до Тафаки донеслись чьи-то голоса и стуки. Тафаки поднялся и пошел на звук. Вскоре вышел он на поляну и увидел 20 мужчин, вырезающих из огромного бревна лодку. Это были братья его небесной жены Хапаи. Спрятался Тафаки в густой траве и стал наблюдать, что дальше будет. Не ладилась работа у братьев. То ли инструменты затупились, то ли древесина была слишком твердой. «Хватит на сегодня. Завтра продолжим», — сказал старший брат.
Побросали боги каждый свое тесло, это инструмент такой на топор похожий, и отправились прочь, о чем-то переговариваясь друг с другом. Лишь только опустела поляна, поднялся Тафаки из травы, подошел к бревну, поднял с земли тесло, и закипела работа. Завитки и стружки так и полетели в разные стороны. Огромное бревно стало превращаться в лодку. Тафаки работал и не замечал, что из-за кустов за ним следят братья его возлюбленные. Увидев, как работает Тафаки, боги вернулись в деревню и разыскали свою сестру Хапай. «Скажи, а как выглядит твой муж?» — спросили они. «Он высокий и стройный, как дерево каури. У него черные волосы, а глаза сияют, как звезды», — ответила Хапай. Звезда по-маорийски «фету». Небо в южном полушарии отличается от нашего. Например, там не видно созвездия Большой Медведицы. Зато есть созвездие Плеяд. Маорийцы называют его Матарики и считают, что это мать со своими детьми. Звезда «фету». «Пойдем с нами», — позвали братья свою сестру. В тот самый миг, когда Хапай вышла из-за деревьев на поляну, Тафаки обернулся, и радость засветилась в его глазах. Наутро Хапай подхватила Тафаки и их дочь и пронесла их на землю. При каждом шаге Тафаки гремел гром, а из-под его ног вылетала молния. С тех пор, когда люди, что живут на земле Аотеароа, слышат гром и видят вспышки молний, они смотрят ввысь и говорят друг другу: «Это Тафаки ходит по небесам». Повторяем, запоминаем. Сегодня вы узнали, как на языке маори звучат слова «дочь» — Тамахины, «сын» — Тама, «бабушка» — Тупунавахины, «внук» — Мокопуна, «звезды» — Фету. Сказки народов мира. Предание земли Аотеароа. Новозеландские сказки.